Марс на протяжении веков захватывал воображение людей. Это одна из ближайших к нам планет. Ее изучали с помощью всевозможных научных инструментов на борту различных беспилотных космических аппаратов, которые исследовали ее и продолжают и дальше это делать. Давно известно, что там когда-то были океаны, отчасти из-за защитного магнитного поля, подобного земному. Однако магнитное поле исчезло, и новые исследования, возможно, наконец смогут объяснить, почему это произошло. Исследователи воссоздали условия, которые, возможно, были в ядре Марса миллиарды лет назад. И обнаружили, что поведение расплавленного металла, которое, как предполагалось, присутствовало, вероятно, привело к кратковременному магнитному полю, которому суждено было исчезнуть. Есть несколько больших вопросов о Марсе, ответы на которые могут пролить свет на наше далекое прошлое и будущее, учитывая, что Земля, Марс и все соседние с нами планеты были рождены из одного и того же космического материала. На некоторые важные вопросы о Марсе уже даны ответы. Например, мы знаем, что многие видимые особенности Марса доказывают, что раньше на нем были океаны и защитное магнитное поле. Магнитное поле Земли управляется невообразимо огромными конвекционными потоками расплавленных металлов в ее ядре. Считается, что магнитные поля на других планетах работают так же. Хотя внутренний состав Марса еще неизвестен, данные метеоритов позволяют предположить, что это расплавленное железо, обогащенное серой. Кроме того, сейсмические данные зонда НАСА на поверхности говорят нам, что ядро Марса больше и менее плотное, чем считалось ранее. Эти вещи подразумевают наличие дополнительных более легких элементов, таких как водород. Чтобы ответить на многие вопросы, команда ученых в лаборатории Хиросы готовили сплавы железа, которое, как они ожидали, составляло ядро Марса и подвергали их экспериментам. В эксперименте участвовали алмазы, лазеры и неожиданный элемент. Один из исследователей Шунпей Йокоа сделал образец материала, содержащего железо, серу и водород, из которого, как он и его команда предполагали, когда-то было сделано ядро Марса. Они поместили этот образец между двумя алмазами и сжали его, нагревая инфракрасным лазером. Это должно было смоделировать предполагаемую температуру и давление в активной зоне. Наблюдения за образцами с помощью рентгеновских и электронных лучей позволили команде визуализировать то, что происходило во время плавления под давлением, и даже составить карту того, как за это время изменился состав образца. Мы были очень удивлены, увидев особое поведение, которое могло бы многое объяснить. Первоначально однородный образец разделился на две отдельные жидкости с таким уровнем сложности, которого раньше не наблюдалось при таких давлениях. Одна из железистых жидкостей была богата серой, а другая – водородом, и это ключ к объяснению рождения и, в конечном итоге, гибели магнитного поля вокруг Марса, сказал Хироси. Жидкое железо, богатое водородом и бедное серой, будучи менее плотным, должно было подняться над более плотным жидким железом, богатым серой и бедным водородом, вызывая конвекционные потоки. Эти токи, подобные земным, должны были создать магнитное поле, способное поддерживать водород в атмосфере вокруг Марса, что, в свою очередь, позволило бы воде существовать в виде жидкости. Однако это было ненадолго. В отличие от внутренних конвекционных потоков Земли, которые чрезвычайно продолжительны, после того, как две жидкости полностью разделились, не было больше токов, создающих магнитное поле. И когда это произошло, водород из атмосферы был выброшен солнечным ветром в космос, что привело к распаду водяного пара и, в конечном итоге, к испарению марсианских океанов. И все это должно было произойти около 4 миллиардов лет назад. Исследователи надеются, что дальнейшее сейсмическое исследование Марса подтвердит, что ядро действительно состоит из отдельных слоев, как они и предсказывают. Если это так, то это помогло бы нам понять, как образовались скалистые планеты, включая Землю, и объяснить их состав. Очень хочется верить, что Земля однажды тоже не потеряет свое магнитное поле, как Марс. И останется такой же красивой и цветущей планетой.